Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Mazda CX-5 в сером цвете 2012 года выпуска. На бензиновом двигателе объемом 2 литра, мощностью 150 лошадиных сил, АКПП, полный привод. Автомобиль на хорошей резине литых дисках, имеется спойлер, камеры заднего вида, парктроники, повторители в зеркалах, бесключевой доступ, дефлектор капота. Пробег автомобиля 120 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, кожа, имеется люк на крыше, мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, подогрев передних сидений, мультируль, кнопка старт-стоп, контроль полосы, система iSet, iStop, электропривод водительского сидения, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.